Вышла замуж, пришлось менять фамилию, то есть, скажем так, поэтому пришлось менять паспорт. И я была очень рада, что можно это сделать здесь, очень быстро, комфортно, без очередей, и при этом уже поменять свой старый паспорт-книжку, то есть уже на новый образец. Наше завдання на найближчий час – це у грудні відкриття двох нових паспортних офісів у Інгулецькому та Центральному міському районах.